Украина. Вот ты что, помираешь? Брат, не помирай. Хаски. Пацан, ты что, блядь? Ты там Тебе лет сколько? Ты меня пацаном называешь? мне? Пацанок. Тебе лет Сынок? сколько? Ты что, пожил, что ли, блядь? Нормально, полвека пожил. Полвека, Да. но? А тебе 17 есть? Ебать, ты сохранился в крематории, походу, блядь. Тебе 17 есть? Конечно, есть, блядь. Мне 2 раза по 17. Научился матом ругаться, да? Конечно. А что, не Молодец. дашь? Хороший человек. Добрый, видно, такой, да? Кто я, да? Ну, скажи еще что-нибудь на своем птичьем языке. На каком птичьем языке? Ну, каком вы тут говорите? Ну, да, Ты что давай, такое? давай, что ты? Унылый Да такой. я не уныл, я нормально себя чувствую. Что-то мне кажется, себе плохо. Да я 17 лет просто лежу, у меня шея сломана. Можно догадаться, что человек-то не совсем нормальный. А что, думаешь, все радоваться должны, как ты, что ли? Не, я ж не вижу то, что ты сломан. Я думал, то валяйся Ну просто а что пьяным. ты кидаешься с матюками на людей? Ты на улице, наверное, так не кидаешься. Может, Я тебе что сказал? Я тебе схлопотать можешь, наверное, сразу. Понимаешь? Нет, не могу. Ну а что, ты бы на улице мне такое не сказал, встретившись, правильно? А что я тебе сказал? Ты забыл, да? Не, а что А я я тебе сейчас помню. сказал? Ну, скажи, Я что я тебе сказал. скажу, что не надо с людьми так обращаться. Или здесь Как? зона, территория такая, чтобы гавкать друг на друга, Как да? обращаться? Как обращаться? Что я тебе сказал? Скажи мне. Во-первых, надо уважительно быть к человеку. Ты даже не можешь повторить, что я тебе сказал. Я тебе лично ничего не говорю. Добрый вечер. Он мурдар хамер когда? Он умер, да? Кто умер? Точно! Хуя, что с тобой? Ты живой? Живой. Как у тебя дела? А вы живы? Мы, да. Вы еще живы? Да, мы живы. Пока. Молодцы, ребята. А ты как? Ничего, у меня шея сломана. О, извини, извини, извини. Здравствуйте. Откуда? Воронеж. Воронеж. А мы с Республики Коми, город Уфта. А что у тебя случилось? Ничего, аварию, шею сломал. Блин, а что, неизлечимо, да? Да не, я 17 лет лежу. Ой, блин. А чего так переживать? Но все равно неприятно. Кому-то и лежать нужно. Не всем же веселиться, правильно? Дай Бог тебе помощи. И вам дай Бог. Спасибо, братан, спасибо. У тебя что, никого нету? Ты один, что ли? Да мне не нужен никто. А? Я сам справляюсь. Нет, все равно какая-то в жизни помощь нужна человеку. У меня мама есть. А, мама это святое. Тебе сколько я лет? Слава. 47. Ты 17 лет назад попал в аварию, что ли? Ну да, в 30 лет. Блин. И ты вообще, у тебя парализовано все тело? Ну, шея сломана и руки, ноги не работают. Вообще, да? А ты на коляске или вообще ты не встаешь никогда? Я лежу вот так. Всегда лежишь, да? Всегда. И свежий воздух, ничего, да? Ты никуда не выходишь? Нет. Блин, это вообще жестко. А зачем? Ну, все равно, надо же. Ну, а что вы думаете, что она жизнь будет вечной, что ли? Нет, конечно, жизнь не вечна. Рано или поздно все
уйдем. Ну я-то, я понимаешь, я живу мечтами о Царстве Небесном. Я хочу в рай попасть. А чем мне эта жизнь? Она быстро проходит. А вот так жить, понимаешь, грехи, грехи собирать. Там водка, курево, девки, это все зачем это? С этими грехами Бог не пустит в рай. Конечно, не пустит. Поэтому я вот лежу, и Бог меня оградил от всех искушений. Ты не грешишь. Поэтому не, неизвестно, где лучше счастье найдешь. Эх, да, это сложно. Это вообще... Это в книге в одной написано, ага, что страдающий плотью перестает грешить. Конечно, если у тебя неподвижная плоть, то ты, конечно, не будешь грешить. Это 100%. В беду попадает человек, из-за чего? Из-за своей плоти. Ноги, руки, уши, глаза видят, делают, трогают. Вот это все. Плоть – это враг наш, угу, враг души. Да, да, это так, это правильно. А кто ты по религии? Христианин? Я христианин. Да. Молишься? Да, постоянно молюсь. Хорошо. У тебя друзья есть? Конечно, у меня много христиан. Нет, христиан, понимаю, я вообще не про религию, я про, имею про тебя. У тебя друзья есть, которые приходят, смотрят тебя там? Или еще что-то? Конечно, у меня дочь есть, у меня внуки есть. О, это хорошо. Это хорошо. Бог всем наградил. Бог тебе помощь, братан. Как тебя зовут? Сергей. Меня Саид зовут. Меня Табриз. Очень приятно. Мы азербайджанцы. У меня друг, кстати, приходит, азербайджанец. Как зовут его? Атна, салам алейкум, скажи им. Аскер. Аскер? Он с семьей в Воронеже живет уже 25 лет. А, вы дружите, да? Ну, мы дружим уже, да, лет 20. Это хорошо. Атна, салам ему. Хорошо, передам. Ладно, здоровья тебе. Да, с Богом. Давай. Я в армию таких в армию. Нихуя. Здорово. Умираешь что? Ты что, умираешь? Умер? Нахуй. Дядь, с тобой что такое? Че, как дела? Нормально. Ты что делаешь? Лежу на вас, Миша. Смотрю. А, это просто камера. Сбоку. Я думал, ты просто лежишь в потолок, смотришь. Ну, в потолок немного, боковым зрением. С Новым годом! Чего ждете от Нового года? Ну, я не знаю, подарков от Деда Мороза. Ну, а сами не хотите подарком никому стать? Оставили. Мы сами должны быть подарками для других. Радость не дарить подарки, а не получать. Правильно? Да. Всегда же радостно. Ну а что их ждать-то, этих подарков? Всегда хорошо кому-то отдать чего-то. Чем вы занимаетесь, ребят? Почему ты на Ленина похож? Ну, не всем же на тебя быть похожи. Я почему говорю, что на меня? Я говорю, почему вы на Ленина похожи? Людей-то, они же не заказывают свой образ, правильно? Людей-то, ну, Бог, да, создает. А что мы Бога спрашивать должны?
Вы в тельняшке? Это уже это первое, то, что Петр Первый. А, и как бы борода и напоминает Ленина. Вот. Если вы сейчас скажете «товарищи», то вы будете вылет на нашего великого. Конечно. Ильича. Образ такой преподнесли, да. А что ты еще знаешь о Ленине? С чего знаю? Что еще знаешь о Ленине? Как его настоящая фамилия? У Ленина? Да. Ульянов или как-то да, Ульянович? Правильно, Ульянов. Я уж просто давно в историю не вникал, поэтому как-то раз пришлось сталкиваться с этим. А что он сделал для страны такого великого, что все его знают? Восстание поднял большевиков против белых. Революцию как бы он сделал из царского режима, который уже в принципе на то время надо было менять. Он сделал Советский Союз, Советский строй, коммунистическое общество. И это общество хорошее получило? Ну, если бы еще это общество продержалось 25 лет, в принципе, оно могло получиться намного лучше, чем сейчас. Намного лучше, чем капитализм. Но капитализм тоже хорошее общество, в принципе. Ну, а чем бы, если 25 лет продержалось, чем бы оно еще лучше было? Ну, Советский Союз бы развился очень сильно, потому что, ну, Советский Союз бы через 25 лет, то есть он распался в 91-м, по-моему, то есть буквально к нашим годам, к нынешним, сейчас бы Советский Союз достиг неимоверных высот по там агрономии, ну и по многим вообще медицине там. Ученым, там, я не знаю, гуманитарным, там. Сверхдержал. Короче, намного было бы лучше, наверное, чем сейчас. Просто откуда? Послушай, а как тебя зовут? Иван. Иван, а откуда? Ты мне скажи, у меня, кстати, внука так зовут. Ты мне скажи, откуда такая информация, что вот, или это твои предположения лично? Вы читали книгу этот? Сейчас. Книга «Капитал» называется. Маркс? Да, Карл Маркс. Я не читал, но так. Ну вот он там, в принципе, там все вот это описывает. Как могла развиться коммунистическая вот эта вот форма правления, социалистическая, как могла развиться. Ну, в принципе, как может развиться капиталическая форма правления. То есть. Не правление, а сфера экономики. То есть капиталическая, она в принципе, которая сейчас держится, если она не распадется, то возможно лет через 30-20 то же самое будет, как и с социалистической. Социалистической просто нужно было немного времени. Все-таки тогда она могла развиваться уже и после Ленина, как бы, но она не развивалась только потому, что началась война, и там вот эта вот всякая голодовка, там холодное лето 53-го. Сталин умер, ну и сам еще Ленин там потом еще умер. Вот, и то есть, вот это все, оно как бы из-за этого Советский Союз и притормаживался. Потом, когда уже распался Советский Союз, сейчас вот как бы Путин Единая Россия. Если это Единая Россия продержится, то в принципе, мне кажется, то, что страна в принципе может прийти к тому, что у нас меньше станет андеркласса, то есть такого нижнего класса, то есть может повыше будет хотя бы нижнего или среднего класса, то есть уже зажиточного уже будет больше, куда больше, чем раньше. Ты не задумывался на вот вся идеология марксизма, на что она похожа? Вот вся идеология, идеалы Маркса, то есть приведение общества вот к такому строю идеальному, на что она похожа, не задумывался? Нет. Ну, может быть, ты не знаком, я советую тебе почитать Евангелие. То есть, Евангелие, Новый Завет называется. Ну, понял. Вся его идеология взята именно оттуда. Это построение рая на земле, понимаешь? Ну, по сути, да. То есть, это не то, чтобы рай, это то, что человечество может добиться того, как бы, чтобы... Можно было, как бы, я не знаю, как Ленин это говорил, то, что можно будет там бесплатно зайти в магазин и взять там себе какую-то еду, короче. От каждого по потребности, от каждого по возможности, каждому по потребности, да? Ну да. Ну а ты понимаешь, что это невозможно?
Это, ну, в принципе, невозможно, потому что одни будут также, допустим, работать, другие не работать, но все почему-то будут ну, примерно в таком же количестве. Ну, допустим, конечно, брать. А кто-то будет зависеть на него смотреть и завидовать. Я больше работаю, а ты больше потребляешь. Мне так не пойдет. Да, из-за этого общество будет как бы ссориться. Да. И поэтому так просто долго тоже не протянут. Ну, конечно. Ты видишь, она утопична, эта идеология. Потому что люди по своей натуре духовной, они греховные. Мы грешные все. Ну, да. И вот эта вся идеология, она изложена как раз в Евангелии. О чем... Там описывается, что на земле есть власть Бога, есть власть, ну, противоположного духа, это духа тьмы, дух дьявола. Там написано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть, ну, каждый из нас, вот, можно сказать, под грехом находится. Да? Мы вот рождаемся, вот посмотри, как ребенок, допустим, вроде, казалось бы, рождается святой младенец с чистыми глазами, да? Вот смотришь, он только начал разговаривать, раз он уже обманывать начал, да? Казалось бы, его никто этому не учит. А он уже лжет. Он, допустим, для того, чтобы выпросить конфетку там еще одну, он начинает обманывать ради своей выгоды. Понимаешь? А потом все вот это зло, весь вот этот грех, он развивается в человеке. И человек доходит до такого совершенства в грехе, что уже исправления никакого, ну... Без особого учения, без особого научения уже невозможно человеку. Видишь? Вот это все описывается. Я очень рекомендую, вот, ну, тебе особенно, потому что такой, видно, любопытный, любознательный человек. Почитай Евангелие и сравни с марксизмом, кстати, с марксистской идеологией. Ты все там найдешь. Понятно, понятно. То есть смотри, то есть в Евангелии Господь, там Иисус Христос пришел на землю, да, и Он призывает людей... Именно небесное Отечество. То есть он предлагает эту жизнь, которую предложил Маркс на земле. Иисус Христос предложил эту жизнь только на небе. Понимаешь? Uh-huh. То есть вот именно что переход к духовному состоянию. То есть человеку нужно уподобиться вот Христу, то есть отречься от своих грехов. Понимаешь? По максимуму нам надо перестать грешить, и тогда мы получим эту жизнь только в другом мире. А в этом мире, видишь, невозможно никак ее достичь. Поэтому все идеологии, любые идеологии, они утопичны, по сути, без Евангелия. Понимаешь, народ вот с помощью этой рекламы приучают именно к греховной жизни, к жизни потребителя. Сегодня, вот опять же, видишь, раз поприветствовались, ждем подарков. Да? Это как бы шаблоны такие, да, может быть, вы их и не ждете, просто вы отвечаете так по шаблонам. У нас действительно эти шаблоны в сердце нашем отпечатаны. Нам нужно менять свою идеологию, отношение к жизни менять. Понимаешь? Да. Нам нужно становиться не берущими, а отдающими. Спасибо вам. До свидания. Да, до свидания. Приятно было поговорить. До свидания.